Скільки ж все ж таки позитиву приносять подарунки, скажи? Так. А ще можна сказати, що оригінальність і їх різнобав'я, воно викликає захоплення не лише ж у дітей, але й у дорослих. Так, вони, подарунки, допомагають висловити своє ставлення до людини, продемонструвати власний стиль та залишити такий приємний післясмак будь-якого свята. І взагалі вважається, що дарувати подарунки набагато приємніше, ніж їх отримувати. І оригінальність, вона є безумовною, коли ви цей подарунок самі навіть просто обрали, не говорячи вже про те, коли ви його взагалі навіть зробили своїми руками. Так. Але виникає одне дуже важливе питання – а як же його піднести? Ну, слухай, тут без допомоги фахівця ми з тобою не розберемося. Точно. Зустрічаємо в студії провідного майстра творчої студії «Соняхи» нашу Валерію Копач. Вітаємо вас. Здравствуйте. Вітаємо вас. Ну, давайте ж почнемо одразу з того, як не зіпсувати перше враження, коли ви підносите подарунок. Подарок все-таки в першу чергу – це емоції, це сюрприз. Поэтому, когда мы выбираем подарок, готовим подарок, упаковываем, декорируем, мы туда вкладываем частичку своей души. Поэтому это главное, что должен подарок принести. Вот. Поэтому подход изначально должен заключаться в том, что мы должны быть гармоничны в себе, мы должны быть в преддверии праздника, в предвкушении эмоций. И частичку этих эмоций мы вкладываем в подарок, в упаковку, в поздравление, которое принесет наш подарок. Поэтому тут вряд ли можно что-то испортить. Здесь наоборот, когда тебе хорошо внутри, когда ты думаешь с любовью о человеке, для которого ты готовишь подарок, тут по-другому просто быть не может. Погоджуюсь. А есть какие-то невеличкі зміни в тренде до 2020 року вже в упакуванні подарунків? Я би сказала, що більше, звісно, акценти йдуть на екоматеріали. Тому от якраз перший образець, який я сьогодні підготувала і покажу. А в чому тут еко? Ми використовуємо екоматеріали. Це крафт-бумага, натуральна бумага. Это природные материалы. Вот я подготовила. Жодных, штучных. Практически никаких искусственных материалов. Разве что шишечки мы слегка красочкой можем подбелить, эффект снега добавить. Можно цукром размалевать и все. Зубной пастой. Зубной пастой. Поэтому абсолютно все натуральное. Ленты, бубенчик. Вот. И еще я подготовила, опять же, сегодня... Знаете, в век технологий все-таки хочется немножечко ручной работы, чего-то душевного, поэтому бирочка подписанная. Вы сами ее сделали? Это можно сделать самостоятельно. Это не принт, это ручной? Это не принт, это вырезано вручную. Вы можете сделать шаблончик, положить на лист бумаги картона, обвести и вырезать. И подписать фломастером. Итак. Коробочку я уже завернула, подарок я завернула. Я просто в двух словах. Він там вже всередині. Да, подарочек у нас уже внутри. Я объясню, как правильно отмерить бумагу, как и какими материалами ее можно склеить. Бумагу мы разворачиваем рулон бумаги и рассчитываем размер таким образом, чтобы мы могли перешагнуть через боковую грань и накрыть противоположным краем бумаги с учетом подворотом и подогнуть. Как мы фиксируем бумагу? На двухсторонний скотч. Опять же, в каждом доме этот скотч есть, поэтому тут ничего сложного нет. Теперь мы приступаем к моменту, нам нужно наш подарочек красиво оформить ленточкой. Да, вот с крафт-бумагой хорошо могут дружить. Какие цвета лент? Это может быть цвет бордовый, это может быть цвет темно-синий. Все трендовые колеры. Да, да. Итак, как правильно отмерить ленту? Очень просто. Мы измеряем по длине нашу коробочку, одну вторую берем, по ширине. От этой точки мы увеличиваем это все в два раза, потому что нам нужно всю коробочку упаковать. И оставляем да, какой-то зазор на бантик, спасибо. Вот. Теперь, так как наша коробочка имеет форму прямоугольную, то мы можем точку пересечения лент сместить. Сместить, не выбирая центр. Это больше для квадратных коробочек. И вот. Тот размер, который мы оставляли для бантика, мы его опять же делим где-то условно пополам, прикладываем пальчиком
нашу ленточку в точку, где мы будем делать пересечение. И аккуратненько нашу коробочку обнимаем лентой. Я гарно звучит. Когда мы пришли стричкой. Когда мы пришли в нужную нам точку, мы не делаем узелок. Мы просто разворачиваем ленты, фиксируем. А давайте покажемо, я вам допоможу. Да, точку. Вот так. Ось так, бачите, ми не зав'язували, а ми просто їх схрестили між собою. Да, тепер держим. І внизу теж нужно показати зрителям. Ми не делаем узелок внизу, ми эту ленту заводимо опять же вот сюда наверх. У нас один единственный узелок будет только в центральной точке. Я дивлюсь на вас, розумію, що я дуже добре, гарно вмію розпаковувати, а не запаковувати. Подарунки. Ну, тому кожен не займається своєю справою. Взяв ножиці, відрізав і дістав. І так, от ми зафіксували нашу ленточку, ми зробили узелочок. Но этот узелочек у нас только подготовительный. Почему? Мне сейчас... теперь скотч, давай я запакую больше. Сейчас мы будем начинать декорировать нашу коробочку. Это только была подготовительная часть. Я приготовила веточку еловую. Эту веточку мы выкладываем таким образом, чтобы она находилась на плоскости нашей коробочки. Эту ленточку теперь мы привязываем через узелочек, фиксируя таким образом нашу ленточку. Вот здесь, чтобы веточка у нас была устойчива, мы берем клей. Это термоклей. В домашних условиях, у кого нет дома термопистолета, можно использовать любой доступный клей. Момент – это элементарный клей, который, я думаю, есть в каждом доме. Наносим небольшую полосочку под веточку клея. Вот наша веточка уже зафиксирована. Теперь, чтобы здесь у нас был хороший, красивый бантик, что мы делаем? Мы сейчас подготовим этот бантик отдельно и ввяжем его в нашу общую композицию. Я готовлю ленточку для завязочки. То это уже фальш-бант. А, ну, можно сказать. Ну, я бы сказала не фальш, а все-таки это... Декобант. Декобант, да. Вот, свободными петелечками, вот так, восьмерками. Вот. Я его вкладываю опять вот в эту, в нашу историю. Но... Фиксуемо. Еще есть момент, мы должны еще до бантика, это финишная будет стадия, мы должны нашу бирочку зафиксировать. Поэтому до того, как мы будем фиксировать бантик, я сейчас привяжу нашу бирочку. Давайте. И все привязываем опять вот в эту центральную точку. А я додам про свои спостережения. Мне кажется, что, ну, судячи с кольору, судячи с формы, мне кажется, что больше пасует это чоловіку, такий подарунок. Ви праві. Існують якісь різновиди, якісь відмінності від чоловічого подарунку, жіночого або дитячого? Є. Коли ми готуємо упаковку, ми готуємо подарок для мужчини, ми повинні вспомнити, які качества мужські, які присущі мужчині качества. Саме цій людині? Спочатку мужчині, а потім конкретно цьому мужчині. Тому, якщо мужчина... строгий, деловой, брюнет, то тогда, конечно, материалы могут быть более темные, более сдержанные. Если мужчина творческой профессии, если он носит цветные носки, цветные шейные платки, тогда что-то можно чуть-чуть добавить так больше. Креативить можно. А если что-то среднее между тем и тем, ну, например, как я? Тогда этот подарок будет для вас. Я же бачу, что мне дуже пасует. Итак, залишайте. Бирочку я уже привязала. Сейчас я начинаю привязывать наш бантик. Опять же, я его прикладываю в эту точку. Примеряем. Примеряю, а привязываю теми ленточками, которыми мы нашу коробочку перевязывали. Вот чтобы так якось трималось. Крепенько, его. Да. Крепенько все это привязываю. Это же для человека, он... Лишнее мы обрезаем, причем обрезаем не коротко. Мне очень нравится, когда остаются вот такие небольшие свободные. Я сейчас покажу поближе. Вот, когда остаются и вот вы так такие диагонально обрезаете, да, да. И остался еще небольшой момент. Я подготовила наши шишечки. Мы сейчас подумаем, сколько их сюда подойдет, потому что каждый раз
Мастер что-то готовит, предполагает, но в процессе работы это всегда игра, это всегда творчество. И мы и уже... выгодно, чтобы что-то залишилось, так? Так, фиксируем шишечки. Для этого мы наливаем горячий клей. Экономично. И аккуратненько. С прямованием, да, за фахом. Все наши элементы должны быть расположены, сконцентрированы в центральной части, именно в точке пересечения. Композиция. Это уже правильно, это уже определенные законы композиции. Я подготовила бубенчик, я его тоже хочу здесь класс приклеить, чтобы подарочек еще был со звуковым сопровождением. Можно потом рыбалить с ним, так? Ну, колокольчик можно будет снять и использовать. Я думаю, клей этот снимается легко, поэтому это можно сделать. Вот я фиксирую колокольчик тоже вот сюда на ленточку. Он клеится очень быстро и легко. И вот три шишечки я не хочу, я думаю, вполне две. Вполне этого будет достаточно. До пары. Да, до пары, кстати говоря. Все правильно. Нібито натякаємо чоловікові, щоб час і готово знайти пару. І наш подарок, наша упаковка краса готова. Посмотрите, яка красота. Неймовірно. Ну, вам би понравилось, правда? Покажемо. Мені вже подобається, і я думаю, тихенько віднесу собі до кімнати. Я пішов. А я поки ще хочу вас запитати, як ще можна прикрасити подарунок, чи є якісь інші матеріали, окрім тих, до яких ми звикли, так? І, можливо, взагалі не в коробку можна якось пакувати. Давайте будемо робити далі та розповідати. Добре? Давайте, давайте. Щось таке незвичне, насолоджуйся. Да, от якраз второй варіант нашої упаковки, він буде содержати вже більше декоративних матеріалів. Второй вариант я подготовила больше для девушки, для женщины, чтобы все были в равных правах. Это еще и больше за размером. Да, если говорить, какие можно еще использовать материалы, про эко мы поговорили. Теперь я немного расскажу, какие материалы сегодня существуют, декоративные, которыми пользуются декораторы, художники, флористы. Материалов очень много. Так, всевозможных видов упаковочной бумаги очень много. Это может быть гофрированная бумага, это может быть сжатая бумага, бумага с нанесением, принтов, каких-то перламутровых всевозможных оттенков, рисунков и так далее. Текстур, вот это текстур, да. Вот это такая паутинка. Ага. Паутинка, она очень хорошо подойдет для упаковки новогоднего подарка, потому что на уровне ассоциаций это воспринимается как паутинка, хвоя, как сосна, ель в доме. Вот. Ну, если поле успевает, да. И само по себе сочетание темно-красного с зеленым, оно очень красивое, потому что это опять... Это будем рассказывать и трошки запаковывать. Это, если говорить о законах композиции, законах рисунка, психологии цвета, теории цвета, то зеленый и красный цвет, они являются дополнительными. На самом деле это одно единое целое. Энергетически они собой составляют, они дополняют. Итак, что мы сейчас будем делать? Смотрите, вот у меня есть вот подготовленный вот такой вот размер сеточки. Да. Что я буду делать? Я вот так руками его собираю в складочки. Теперь вы мне поможете? Так, поднимите, смешно, пожалуйста, коробочку. Ставим вниз коробочки. Теперь сейчас мы отрегулируем, чтобы у нас были одного размера. Вот здесь наши бантики. Распределяем наши складочки красивенько. А все, можно уже не держать. Я сейчас подготовлю и покажу в кадр. Распределяем с одной стороны, с другой стороны. Вот, в принципе, я подготовила. Вот, теперь я вас попрошу, мне, да, отрежьте кусочек вот здесь ленточку. И сейчас я расскажу, что я буду делать. Давай, смотрите. Да, я сейчас постараюсь просто крепенько подтянуть, связать. Вот это пример, как можно обойтись, скажем, не имея красивых каких-то лент в доме, можно обойтись даже шнурочком. Просто наша задача красиво стричь сейчас связать. Связали, но это только начало. Это только начало. Мы берем небольшой размер такой же сеточки и повторяем то же действие. Мы тоже ее складываем вот так.
гармошечкой, а сейчас мы ее заведем вот сюда. На вхрест. Да. И тоже свяжем. И тоже свяжем. И тоже свяжем. Отлично, бант. Да, подержите, пожалуйста, мне. Вот той же ленточкой я вот так связываю. Да. И сейчас вы увидите, насколько наша упаковка сразу приобретает такой объем, торжественность. Вот мы можем завязать здесь небольшой бантик. И если в первом варианте у нас был бантик небольшой, потому что коробочка была небольшой высоты, то этот пример, когда мы взяли подарок достаточно объемный, вот, коробочка наша имеет определенную высоту, вот, и опять же, исходя из законов композиции, мы должны больше объема использовать. И это уже все мы сделали, так? Нет, это только подготовительный. Давайте это подготовительный момент. Да, смотрите, теперь остается что? Мы сейчас добавляем наши шарики, потому что самый завершающий момент – это будут новогодние элементы. Что я делаю? Я наношу клей на тыльную сторону шарика и вот сюда его в центр сажу. Вот так. И ничего не видно. Теперь я еще... Там, где мы клеили. Теперь я добавлю поменьше размер. И золотые шарики. И посажу его в разные уровни. У нас наша сеточка, она имеет вид такого банта пышного. Поэтому, знаете, чтобы подарок дольше хотелось рассматривать, то желательно использовать вот такие элементы какой-то интриги, интереса, посмотреть, что там, заглянуть. Вот, да, спасибо. И еще, чтобы упаковка была интересна, вот, я бы не рекомендовала клеить три шарика на абсолютно одинаковом расстоянии. Когда два сгруппированы, а один сидит отдельно приклеен шарик, это выглядит несколько интереснее. И завершающий момент, который мы сюда еще добавим, мы добавим вот такие красивые веточки, поможем. Позолоченные. Мы сейчас подумаем, куда мы их добавим. Дело в том, что наш подарок, он должен быть красив абсолютно с любой стороны. Поэтому прежде чем приклеить, вот я сейчас примерю, вот очень хорошее место. Да, веточка должна помещаться у нас на поверхности крышечки, и она должна быть хорошо видна. Поэтому я опять наношу горячий клей и под бантик, опять же, все к центру, я подкладываю нашу веточку. Минутку пальчиком придерживаю, она уже там зафиксирована. Я хочу, да, сделать еще небольшой элемент. Я сейчас сделаю небольшой бантик, чтобы у нас наша коробочка бордовая, чтобы она имела тоже определенную гармонию с нашими лентами. Я сделаю примерно то же самое. Я выкладываю в руки. Вот такие петелечки. Такая уже у вас практика, рука набыта. Да. Я хочу сказать, что работая в мастерской, проводя занятия, да, опыт приходит достаточно быстро, потому что очень много, скажем так, всевозможных занятий, которые сами подталкивают к каким-то новым идеям. Вот я хотела связать, но я передумала. Потому что мне хочется, да, в процессе, да, я хочу проклеить, потому что лента все-таки в данном случае, она, я хочу, чтобы это был более пышный цветок, потому что я его сейчас вот так хочу добавить вот в эту зону, где у нас чистое поле, поэтому... Давай додамо и покажем, как оно выглядит. Да, и сейчас мы покажем... Как это все у нас красиво будет выглядеть. Я наношу клей, приклеиваю бант. Вот, и пока держу, расскажу еще немного про нашу мастерскую творческую. У нас проходит очень много интересных занятий. Вот в преддверии Нового года, конечно, это мастер-классы, на которых мы учим создавать всевозможные новогодние подарки своими руками. О, вот. Да, но кроме новогодних праздников, понятно, что есть еще на протяжении года много других праздников интересных.
Поэтому очень много интересных идей, интересных каких-то всевозможных работ мы выполняем. Поэтому все, кто, скажем так, еще не владеет в полной мере навыками создания красивых вещей, мы приглашаем к нам в нашу творческую мастерскую, мы приглашаем научиться создавать своими руками вот какие-то очень красивые душевные вещи. Вот сейчас я додам, що це творча майстерня «Сонях» називається. Не забувайте. Да. И вот в этот бантик, опять же, я добавляю веточки, чтобы у нас абсолютно все элементы, чтобы они были гармоничны. Ну что ж, на этом можно и показать уже нашу работу. Так, да. И... готова наша коробочка подарочная. Каким чином можно людину порадовать? Зробити приємне. Зробити приємне. Відобразити. Опанували ще один етап підготовки до Нового року. А зараз давайте дізнаємось. Подякуємо спершу вам. Щиро дякуємо за час, який приділили, за знання, якими ви поділилися з нашими глядачами. А ми вже зараз перейдемо до нового етапу. Розповімо, як у світі ж готуються до Нового року в нашому сюжеті.